Слышишь, начальник, может все так вот рисуем? Конечно, пойдем. А вы присматриваете. Не двигайся. Я с тобой разговариваю. С этими красавцами. Следи за языком. На этих перстах с дрезиной у меня взрывается жопа. На мотор. Теперь, но раньше там носили. Считай, что повезло. Ну. Через этот поезд очень трудно пройти. Если меня сейчас кто... Люха, на меня запал! Говори, ква, станция метро? Может, куда вернем мальца? Нет. Что же прежде нас видит? Налетаем. Мама мне деньги не дает. Расскажи, а? Пожалуйста. Я жива. Продаем. Есть железный, есть пластик. Продаем. Считаешь до 5, и все готово. Действие продолжается 20 минут. Удачный курс. Удачный курс. Жбратка, летай, разбирай, подходи, покупай. Действие продолжается 20 минут. Удачный курс. Ты как-то странно посчитал. Товар законник. Нелька, ты мой бодис. Или тебе не шарт? Этот проход открыт только для них. И звезды. Нужны патроны? Тебе ко мне. Благодарим за покупку. Мам! А, мам! Налетай, Рос. Запретили? Случилось мне появиться. Сука, ты еще первый. И пока. Вам с собой как надо. Заправка. Собрались в какую-то глухомань, где уже и бомбить-то нечего. Тут все горючее и закончилось. Фон радиационный там, конечно, был, не сожрал. Но все же не такой, как рядом с городами. Короче, они разбили там танк на пол корпуса в землю вкопали, и вышло у них что-то вроде укрепления. Плат будто сам не знаешь. Потом со временем землянки вырыли, генераторчик ручной подстроили для электричества. И довольно долго... Я уже михи забашлял. ...вокруг этого танка. Я с ними года два чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знал. Кто с кем, от кого, сколько, почем. Сначала вот у них все спокойно было. Ну, там хозяйство завели, что-то посадили, что-то даже выросло. Дети у двоих родились. Такие почти нормальные. Боеприпасов у них хватало. Так они там всякого не смотрели. Такие твари из лесу выходили. Он их описать не мог. Черт, ненавижу это. Пытался, но у них что-то слабо. Может, генератор? Может, бы... Да вроде все спокойно. Удачи!